высота есть пробники. Это крайне необходимо, тогда, когда через необходимость, когда можно сравнить с необходимостью, то есть это же конкретное помещение, конкретное освещение, конкретное мебель, если можно сказать. Это доступно. Вот, то есть выбор здесь свет, например, вы можете на следующий уже буквально день получить пробник здесь же. Что я еще забыл сказать про краски. Краски есть и выносимые для пола, на пол, есть и для мебели, есть и для фасадов, и для дверей, для плинтуса. То есть есть целый ассортимент. Вы не думаете, что я говорил о автоматах для краски, это все есть у кого-то. Есть абсолютно для любых нужд, есть материалы. Если вы не уверены, что есть такие датчики, посыпанные блеском, вы можете увидеть полную уверенность, например. А так вот выглядит вот этот дымчатый оранжевый краска. Ну, вот сам рядом сейчас является краска благостойкая, модуль лошадь. Степень блеска 7%, немножко больше, чем, что является матовой, но она вдвое меньше, чем полуматовая. Есть краска для мебели, очень прочная. Есть краска для пола, она имеет степень блеска 50%. Стол, пожалуйста, это фасадная краска, можно покрасить пол снаружи. Конечно, во всех материалах, в зависимости от степени блеска, восприятие цвета чуть-чуть меняется. Помните об этом, поэтому вот этот инструмент поможет вам избежать, да? Предугадать, если будет подвести. Интересно? Я вас не слышу, когда удаляю. Если готовы, я еще 50 лет, я не слышу, когда удаляю. Я вам сам сделаю короткий ролик. Немного еще. Давайте мы говорим, когда продолжим. Она попросила тебе. Я представлю. Прилгент датирован 1773 годом. Но на самом деле в этом только половина правда. Прилгент — это местность, она называется профессором Манчестером, сегодня в Англии. И исторически там были макроварки и производства для праздника. Но завод прекратил свое существование, производство, это середина 19-го столетия. Уже в наше время, примерно 15 лет назад, нынешний его владелец, Эдуард, решил вернуть к жизни внимание этого производства. Литлкин. Это не маленький зеленый, если честно. Когда камера стоит, вы будете завтра на YouTube. Слушай, хорошо. Я просто предупредил. Дэвид, можно создатель марки, будет в книге 9 июня, своя презентация. Он расскажет несколько больше, чем я скажу вам я. Главное, что он расскажет, уже очень интересно. Рассказывает интересную историю. В 1996 году он и семь его коллег покинули очень крупную английскую мануфактуру. Называлась она Джонсонс. Этот монстр краска, кстати, он в какое-то время был распространен. Сейчас уже не видно. И они все были химиками, кто-то немножко разбирался в логистике, основали производство, выпустили старую мануфактуру в Северном Уэльсе. Что очень важно. Марки, которые так говорят, то есть не важно. Все это имеет значение, если это важно для вас. В 2013 году они приняли решение с его супругой. Они решили инвестировать в торговую марку, которая отличается от того, что производится в заводе, и нарекли ее название «Литлкин». Они были вдохновлены тем самым успехом, который имеет первого Бога. Но дело в том, что это самый настоящий стартап, никак иначе. Они начали с нуля, не привлекая никаких кредитов, просто на них были накоплены какие-то средства, большое желание сделать что-то оригинальное. Дэвид познакомился с другой ассоциацией по охране, она называется English Heritage, у них был символ
Вот цель означает замотивированность своего башня. Я решаю, что занимается охраной, не так раз там не понимаю, охраной Стоунхендж. Это тоже English Heritage. И примерно половину всех предстоящих памятников, они взаимно нуждающие вкладку, они решили дальше. И тоже в самом начале Дэвид сделал географическую ошибку. Он взял 60% исторических цветов. С моей точки зрения, цвета были интересны. Но только не было достойной современной компании. И палитра с 2001 года была сделана, она провалилась. Точно так же провалилась. Еще понадобилось порядка 4-5 лет для того, чтобы сделать следующую генерацию палитры, она стала более-менее похожа на эту. И на данный момент это самая успешная краска, которую мы занимаемся. Она самая передовая по применяемым материалам производства. Она самая экологически чистая все краски, которые мы делаем. Дэвид постоянно экспериментирует цветом, все это разбавки года, обновляя политику. И краски низких расход, ну, в общем, можно много было проект. Дэвид, мог бы сказать, является химиком, постоянно экспериментирует с материалами. Его основная цель, чтобы материал не появился в сетевых магазинах. С его точки зрения, появление краски в сетевых магазинах смогли бы облегчить продажи, да, нужен не только один контракт, но усложняет жизненное качество материала. Потому что сети, они держат появившихся сетей в сетевых магазинах, краска имеет свой цикл, да, произойдет забвение этого материала. Ну, такова особенность. Краска распространяется только через магазины, небольшие магазины, такие салоны, как оптимизм, магазины поменьше, покупнее и так далее. В 2005 году Дэвид добавил часть оттенков, которые стали компаньонами для исторических оттенков. Все цвета, которые здесь помечены красной точечкой, вы можете видеть, это исторические оттенки. Они достоверны, но наоборот, здесь их не написали. В отличие от Коронбол, который там решил спрятать это самое затеряешь, Дэвид Гэн этим гордится, что часть порядка не представляется. Здесь есть очень знаковые для российской эпохи цепля. Почему, например, георгианский цвет, цвет 18-го столетия. Тогда применялись натуральные пигменты в основном, да? Ну, тогда только появилась, пожалуй, только появилась берлинская лазурь, да, в начале 18-го столетия. Ее стали добавили в краску. Но на самом деле большинство пигментов были естественного происхождения, минералы. Например, вот этот цвет под названием бронзовый красный. Если бы не было викторианской эпохи, не было бы и Англии, как мы ее знаем. Вот. Викторианская эпоха сильно изменила облик Англии. Появились яркие оттенки, насыщенные оттенки. Бронзовый, красный, бронзовый, потому что краску тогда имели возможность добавить бронзовую эпоху. Это делало краску с некоторой характерной глубиной. Краски тогда в 19-м столетии не были абсолютно крепкими. Требовалось много слоев, для того, чтобы краска укрылась. Поэтому она имела всегда некоторую глубину. И добавление дальше пятнов позволяло сделать характерный отблеск. Бронзовый красный, конечно, здесь добавлено охра, чтобы повторить этот самый характерный бронзовый оттенок. В палитре Слуджин сейчас достаточно много цветов. До военной эпохи, 50-х, 60-х, 70-х оттенков, потому что они уже тоже, можно сказать, исторические. Вот я взял цвет магнолии, да? Он, на многих успешно белый. Он, если просто смотреть, он имеет характерный кремовый оттенок внутри. Дело в том, что это после военной эпохи чисто белого цвета не было. Вот кипина белого, как там показывал Коронбол, да? Самый такой холодный белый оттенок. Сам белый цвет был примерно такой, как вот этот. Или как известковый белый, да? И этот цвет имеет характерный, он имел свое название, это не собственный цвет магнолии. Когда я устроился в компании «Марш» в 95-м году, то прайс-лист начинался с такой строчки. Белый и магнолия. Потому что как раз покупатели приходили в магазин и говорят, дайте мне магнолию. И они покупали магнолию. Англию обошло в мир ремонт, слава богу. Но тем не менее, все равно, как
концу 90-х годов появился такая, знаете, бедный цвет мира. В правом очень не был достаточно известен, других классов тоже не было, были только вот эти сетевые магазины. И покупалась одна только Магнолия. Сейчас уже Магнолия стала историческим оттенком. Люди ушли к Магнолии. В принципе, это имеет значительно больше аспектов цветов. Но на 50 лет, 20 лет, этот цвет был знаком планеты англичан. В 50-е годы принесли новые цвета в интерьеры. Интерьеры стали значительно более интересными, чем были в Европе. Были живые оттенки, синего оттенка, более яркие, как лаймовый цвет, как цвет цитрин, антон, цвета. В общем-то, если не стало возможным, то это будет эпоха цветоговорения. В 60-е годы. Нет. Так плохо. Этот цвет, я понимаю, скажет последний вопрос. Кармин. Здравствуйте, скажите, можно ваша цвета? 60-е годы. Правильно. Небесный мой год. Вот часто ты. Сверху не может быть. Наконец, Питтсбург. Синий полигар убежал самый конец. Питтсбург назван в честь Дэвида Хиггса, известного английского дизайнера. В общем-то, сама по себе профессия интерьерного дизайна, я не смотрю, профессию знаю благодаря ему. Он сделал моду на эту профессию, и если до этого декораторством занимались эпизодически, то после Дэвида Хиггса стала реальной профессией. Он отличается тем, что никогда не покупал стандартные цвета. Он цвета мешал каждый раз сам. И конкретно на Little Green здесь установлен цвет, который был использован на Лондон с фоночевиком на башне Лондон на башне Лондон в 1962 году. А темный синий, который отсутствует каких-то. Наконец, конечно, сама по себе 60-70-ми появляется новая химия, появляется эпоха пластмасс, развитие поп-арта, развитие искусства, у нас, соответственно, меняется политика 70-е годы. Какие цитаты в рамках? Леден. Атомный крэп, не атомный красный. Талин зеленый. Когда я был маленький, у меня была такая же музыка. Театральный красный, первый крэп. Мелкий кислый. Не все цвета были купины, не все цвета были купины яркими, да? Были еще другие цвета. Гипс пресс был. Цвет из космической причины, да? Космических пространств. Энджи. Мэри Голд. Смотрите, как он может быть сочетанным. Как он нравится? Шел так вот. Здорово, да? Ну, и вас хорошо годится к помощи, да? Такова была эпоха 70-х оттенков. Little Green она раскрыта. Что важно, здесь Little Green нет такой логики, как есть у второго Волга. Чисто холодный, там, да, только теплый, там, нейтральный. Все цвета необходимо вот живут и дурак друг другу. То есть это действительно занимает чуть больше времени. Но чем хорош вообще Little Green? И значительно больше открытых оттенков. Если вы посмотрите на второй Волг, есть такой закрылый, да? Здесь такой приглушенный. То видно, видите, тут часть палитры, она имеет яркие открытые оттенки. И это важно. На чем-то декоратор, который стал на этот Little Green, тоже имеет другую очень высокую наверенность. Но, скажем так, когда работаю декоратор с Little Green, они редко изменяют Little Green. Когда работаю только с Little Green, они чаще изменяют Little Green. Что важно по качеству материала? Little Green имеет в своем ассортименте самую матовую расходную краску, которая только существует в природе. Есть этим несколько процентов. Есть еще другая краска со степенью 2%, если вы хотите очень матовую. То есть Little Green
стоит в продажном сфере. Помимо всего прочего, есть и краски полуматовые, есть краски для мебели, есть и масляные краски. Все краски водные, водные основы. Они имеют сертификат Toritest, что означает, что они абсолютно безопасны для детей. Если вы интересуетесь воздействием на окружающую среду или воздействием на детей, знаете, что содержание летучих органических соединений краски составляет 0,1%. Это сами местные вкладывания. Доступна максимальная планка содержания волос в районных красках и воду на данный момент 3%. А в этих красках 0,1%. Знаете, что в водных красках летучих органических соединений все равно есть. Акрилы – это самый часто распространенный связующий для красок. Это продукт нефтехимии. Поэтому, когда он будет с производства нефти, да, сказать, что он уже производство красок, он, как правило, растворен в органической среде. Поэтому избавиться полностью от этих процедур невозможно. Да? Вот, потому что это сам по себе. Когда акрил полностью затвердевает, да, вы знаете, здесь, пожалуйста, как не было топ, он зеленый закрыл, вокруг которого был, он абсолютно безопасен. Но до этого момента он будет всегда оставить. Точно так же. Вот эти выкрасы, которые я показывал, из этих заработок того, что мы